Здравствуйте, дорогие дети и их родители! Сегодня мы научимся с вами делать аппликации из зерен и круп. Вам понадобится цветной картон, клей ПВА, ушные палочки, черный фломастер, немного риса, гречки и маша. Давайте с вами сделаем грибочек. На цветном картоне нарисуйте контуры грибочка. Затем при помощи ушной палочки обмажьте клеем шапочку. Что ж, а теперь самое интересное. Засыпьте обклеенное место гречкой. Ненужные крупы смахните. Теперь сделаем ножку грибочка. Точно так же обмажьте ее клеем и засыпьте рисом. Поздравляем! Грибочек готов! А сейчас задание немножко посложнее. Сделаем цветочек. Возьмите цветной картон для фона и нарисуйте на нем контуры цветка. Обмазав серединку цветка, засыпьте это место гречкой. То же самое сделаем с лепесточками, но уже будем использовать рис. Для зеленых листочков и стебелька нам понадобится маш. Вы только посмотрите, какая красота получилась! Сегодня вы многому научились. Поздравляю! А сейчас время прощаться. До скорых встреч!